Звонок, диспетчерская. Алло. Служба спасения слушает. Братан, у меня машину обокрали. Ну, звоните в полицию, а что украли? Братан, все украли. Спидометр, магнитолу, руль, педали, лобовое сняли. Оба-на. Слышь, братан, извини. Оказывается, я сел на заднее сиденье. Бабулька какая-то позвонила. Алло, алло. Служба спасения. Сынок, у меня в квартире трубу прорвало. Мать, в каком состоянии квартира? Сынок, паркет смыло, обои смыло. Так чистенько. Только что сервант уплыл. А мой дед, гадина, на него запрыгнул и уехал. Еще на прощание мне рожи корчил. Так, мать, диктуй адрес, выезжаем. Сынок, да я сама справлюсь, ты скажи, что делать. Ну, мать, запоминай, ныряешь, нащупаешь дырку, звони. Странный человек позвонил. Алло. Служба спасения, Журбенко. Журбенко, докладываю. Над джунглями. В сторону горы Килиманджаро летит эскадрилья оранжевых свиней. Кто это говорит? Командир эскадрильи. Так, все ясно. Командир, диктуй адрес. Ха, нашел дурака. Бабуля опять позвонила. Сынок, это я, Гавриловна. Мой дед мимо вас не проплывал? На серванте? Как раз сейчас проплывает. С двумя бабками. Песни поют. От же гадина склерозная. Кинь в него чем-нибудь. Только в голову не попади. Детский голос. Дяденька, у меня кошка залезла на дерево. Давай адрес, сейчас приедем, снимем. Да я уже снял. Молодец, скажи отцу, пусть купит тебе мороженое. Дяденька, отец не может. Он полез на дерево снимать кошку и застрял. Дядь Витя полез снимать отца и застрял. Мамка полезла снимать их обоих и застряла. Они уже 2 часа сидят на дереве и разговаривают. О чем они разговаривают? Про маму нашей кошки. Опять бабуля. Сынок, радость у меня. И дырку нащупала, и дед вернулся. Мать, а где бабки? Ну, которые с ним на серванте песни пели. Не волнуйся, сынок, тут-то бабки, тут-то. Я ими дырку заткнула. Женщина позвонила. Алло, МЧС. Я застала мужа с соседкой. Хочу повеситься. Скажите, как правильно завязать узел на веревке? Женщина, да ты святая. Да если б моя жена застала меня с соседкой, она бы повесила сначала меня, потом соседку, потом под шумок перевешала всю мою родню. Ой, а я и не знала, что так можно. Спасибочки вам громадное, я сейчас списочек составлю, целую. Очередной звонок, служба спасения. Помогите, срочно высылайте спасателей, в комнату зашла кошка, помогите. Кто это говорит? Кто говорит? Попугай Гоша говорит. Помогите.